Вот это да! Короче, они, по-моему, собрали со всех и сюда свезли, думали, мы сюда не заедем. Это что такое? Это вообще, это я давно такого не видел, слушайте. То есть вы видите, да, где бочки стоят, конечно же, переполненные, и вокруг, ну, наверное, раз в 10 больше, чем в самих бочках. Не, ну это не мусорка, это уже это свалка. Огромная свалка. Это мини-свалка, да? Такая, знаешь, на районе. Но ну, это да. Разные, да, кондиционер, игрушки, да, диван. Здесь все. То есть конкретно бытовой мусор. То есть здесь не строительный мусор, что потом акимат не говорил, что стройка. Это конкретно бытовой мусор. В огромных масштабах, вот просто вот на этой одной улочке. Все ясно. Теперь мы видим. На мусор постоянно вот так? Да, постоянно вот так. И что, не убирают, что ли? Не убирают вообще. Уже брапта вот алган жоқ, екінші апта кетіп баратыр, но вообще алынған жоқ. Да, ну, КСК-шек отведер, мусорды каждый день шығарат ты. Жоқ, не каждый день. Нет, не каждый день убирается. Я вот здесь живу, вообще не убирается. И это не только в этом районе. Мусор отдельно был по всему городу.